Всем привет, ребята, меня зовут Полина, да, та же самая Полина, я еще никуда не ушла, я еще здесь, да. Хотела вам кое-что сказать, важное, очень хорошее событие, что... Ну, короче, я хотела вам сказать кое-что, то, что вы смотрите мои видео, уже несколько лайков есть, да, хоть их и чуть-чуть мало, но все равно они есть, я вам очень сильно благодарна, спасибо вам большое. 6 просмотров, да. Ну ничего страшного, для начинающих это нормально. Но спасибо, конечно, за все вам, конечно, то, что вы смотрите мои видео, лайкаете. Еще бы не хватало комментариев, очень бы круто было бы. Ну, спасибо вам большое, я буду с радостью снимать для вас, именно для вас. Вы вот смотрите мои видео, лайкаете, а я буду вам снимать все чаще и чаще, все лучше и лучше. И обещаю, что сегодня выйдет новое видео со своими подругами, да. Это будет маленький влог, но этот влог будет настолько интересный, то что вы захотите вообще подписаться на мой канал. Да, я очень хочу вам, для вас стараться снимать видео красивые, прикольные. Вот. Конечно, я не совсем еще разобралась, но все равно я разберусь, я буду монтировать, стараться для вас хоть целых 2 ночи, 3 ночи, хоть целую неделю. Все равно буду с вами стараться, будет почаще видео выходить. Но спасибо вам за все, то, что вы вообще смотрите мои видео. Кстати, подписывайтесь на канал моей подруги Эльзы. Да, вы ее видели, вы видели в моем влоге уже, да. И подписывайтесь на мой канал. У нее хоть, конечно, тоже так мало видео, но она же тоже начинающий видеоблогер. И да, все очень круто. Еще хотела вам сказать еще раз. Спасибо вам большое. Лайкайте побольше мои видео, если вам, конечно, нравится. Я очень вам сильно, все равно благодарна. Хоть сам 2 лайка, 3 лайка. Все равно благодарна, что люди меня любят, лайкают. Спасибо, короче, вам за все. О, никогда такого еще не ожидала. От вас такого хорошего события. Я надеюсь, что будет продолжаться всегда. Будете лайкать мне видео, буду больше выходить видео. Будет все, короче, круто. Я вас люблю, обнимаю. Пока-пока.